Бибик, наша вторая Роза, выбирает романс, в котором чувствует себя всегда особенно уверенно. Она и любит этот романс, и романс сам по себе шедевр. Поэтому надо же сейчас визитную карточку, чтобы она была яркая, громкая и соответствовала нашей первой визитной карточке. Ольга Бибик выбирает романс «Твои глаза зеленые», Борис Фомин. Oh.